Привет всем, дорогие друзья, вы на канале Hood Game TV. Я начинаю запись PvP за Скандрелла Рафиана. Это стрелок такой, что-то вроде Роги, но только с пистолетом. Ну, как у меня там оперативник записан, который ножичками бьет. Так Скандрелл может бить кулаками, либо оружием наносить очень сильный урон. Критический. Я пока не понял, как за него играть в целом, но я вижу, что у него есть бэкбласт, выстрел сзади со спины, наносит 4000 урона. Я так понимаю, это надо станить игроков, наносить максимальный урон и убегать. Точно так же, как если бы я играл за скрапера, который такой же, как оперативник Канцлмен. С ножичками, только тут с кулаками. По мордасине бьет. Рафиан же стреляет. Как-то так. Если честно, мне не очень нравится этот класс. Заранее не нравится. Хотя он очень живучий, как я понимаю. Он может себя неплохо лечить. Вот, например, я делаю перекат, и у меня активируется скилл Call to Pack. Я его нажимаю, и меня лечит. Он активируется мгновенно. Он лечит меня очень хорошо так, постоянно. Я могу подхиливать себя еще пакетами, врубить защиту. Так, я забыл бафнуть людей. Так, давайте-ка. Так, мне нужен этот парень, я хочу его убить. Ай-яй-яй. Тут главное добраться до цели. Ой-ой-ой, он меня застанил. Ой-ой-ой, какая грусть. Активируем лечилочку. Активируем парочку пакетиков. На тебе постой. Так, я себя отлечиваю. Пытаюсь удрать. Ну, в целом живучий такой класс, как вы видите. Убивает он плохо. Если вы хотите играть... Как это сказать? Если вы хотите играть за этот класс смаглера, контрабандиста и убивать при этом, я советую вам выбрать совсем другую профессию. С двумя пистолетами, там типа снайпер. Типа снайпер, да? Вот он ДДшит по полной. А вот это я не знаю, что-то... Трудно даже сказать, что это. Я пока в первый раз играю, так что не определился пока что. Ой, куда он делся? Ой-ой-ой. Враги уже выигрывают. Ну, я говорил, что хатбол не люблю, мне вообще на него пополнить по барабану. Отличненько. О, у меня мячик. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Блин, а я зашел в эту зеленую херню. Ай, что-то не везет мне. И сейчас выйти не успел. Это так бесит. Ненавижу этот хэтбол. Извиняюсь перед теми, кто его любит, но я его ненавижу. 2-0 мы проиграли прямо перед моей мордой. Только что занесли мяч в наши ворота. Я ничего не мог делать, потому что я стою и ничего не делаю из-за этой вот стеночки непонятной.
Кого тут пострелять можно? Отличненько. Зачем ты слез? Или его кто-то стащил? Ну, короче, я расскажу, что примерно делают навыки этого персонажа. Навык Vital Shot, он делает дамаг 4100 в течение 24 секунд. То есть это что-то вроде дрейна. Так, Sanctuary Shot делает 340-400 weapon damage. О, не, это не у меня мяч, мне показалось, что у меня мяч. Так, 10 секунд, Козус. Блин, долго читать. Так, что тут еще есть? О, привет. Привет, чувак. Дай-ка я уйду от тебя в стелс, я немножко занят всяким чтением. Ой-ой-ой-ой, он меня напугал. Он меня напугал. О, но он умер. Ну, видите, я в него выстрелил, и он там дрейнился потихонечку. Так, что ты хочешь от меня? На, постой. Так. Очень странно, не срабатывают навыки. Лечилка моя не хочет срабатывать. Но вроде бы сработала. Так, мне нужно ближе к ним подойти, чтобы со спины выстрелить. Нет, сначала я дам ему стан, а потом выстрелю со спины. Так, еще я ему дам так. Могу прицелиться. Гол. Нет. Забрали мяч прямо у ворот. Ай, как я это обожаю. Как я обожаю эту хренотень. На. На. Тут немножко тебя. Да ё-моё! Навыки переставлял и как-то забыл их. Лечимся, лечимся, лечимся. Так, забыл их закрыть. Блин, и переместил навык. Да, уж я еще привыкаю к ротации. Ну, убили меня в первый раз. Вроде бы. Да, чувак, я тебя подлечу. Так, лучше так. Beautiful pass by the frog dog. Не могу ничего сделать. Не могу до них доставить. Где наши бегают-то? Вообще не понимаю. Дай-ка спущусь. О! О! Чё за хрень? Меня кто-то запинал.
Проходим, проходим, парниша. О, хороший навык. Scoring play by the Rotworms. One point. Так. Neutral. Who's gonna go for it first? Я еще заметил, что сейчас скажу. Граната, что у меня на шестерочку стоит. Сейчас. Дайте я пока разберусь с этими ребятами. Так, вот этот навык на шестерочку, шраб-бомб. Короче, на 8 соперников в ближайших 5 метрах. Отлично, гол, молодец. В 5 метрах на... Так, я не могу нормально говорить, пока тут войнушка идет. Я либо говорю, ничего не делаю, либо... Так. Ну и что ты хочешь от меня? Блин, я же могу в стелс уходить. Ай, блин, все эти навыки. Второй раз она. Так, давайте-ка бафнем народ. Многими навыками попросту не пользуюсь. Ладненько. Я на не очень хорошем месте. Тик 7 чего? Комбатом 90 кдмж делт. В общем, скажем, будем считать, что это первая серия по этому классу. Позже я немножко побегаю им, привыкну к биндам. Ну, к расположению навыков, бинды все те же, и запишу еще одну серию. Но в целом давайте скажу так, с учетом того, что у него несколько навыков на то, чтобы дрейнить хп, есть brutal shot, так, еще один навык, 2000 2060 920 internal damage. Так, блин, иди. Дай мне увидеть, что там написано. Ну, просто 2000. Так, 4200, 4320 бэкбласт, выстрел сзади. Есть стан. Остался стан. Ну, то есть он у всех видов этого класса есть. Сейчас загрузится. Еще поговорим, посмотрим, что там у него за навыки. Я разбираюсь буквально вместе с вами сейчас. В общем, я подождал, пока загрузка закончится. Так, короче, три класса, начнем с этого. Два дамажных. Хиллер, понятно, есть скрапер и есть рафиан. Итак, скрапер. Скрапер — это милишник, то есть как оперативник канцелмент, как я записывал, серия у меня есть на канале про оперативника милишника, так и этот. Там с ножами, тут просто с кулаками. Он бьет по мордаснику. Все, это все отличие. Навыки, ротация вся та же. Урон тот же. Все так же, как у канцелмента. Его я показывать не буду.
Скрапера. Рафиан, вот его я сегодня показал. Немного кривовато, конечно же, я его показал, потому что ну, первая игра, надо еще побегать, привыкнуть к нему. Но я побегаю потом сам, эту серию все-таки выложу. Ну, видели, я умер всего два раза, я успеваю удирать благодаря навыкам, вот этому прыжку, скажем так, опа. Он активирует возможность Колта Пака, я сразу его врубаю, сразу лечусь. Великолепно, если надо еще подлечиться, могу кинуть на себя парочку пакетиков Slow Release Meat Pack. Либо уйти в стелс мгновенно, моментально, чем я, кстати, сегодня пару раз не воспользовался, хотя мог вот так вот сделать и спастись от смерти. И еще я не пользовался F1 Defense Screen, который включает защиту. Defense Screen в течение 10 секунд уклоняет дэмэдж, скажем так. Его боевые навыки — это Vital Shot, 3000 internal damage в течение 24 секунд. Sanguinary, блин, счет 276-300 weapon damage в течение 10 секунд. И вызывает у цели получение 276-342 additional. Additional, не помню, что это за additional такой. Так, weapon damage whenever it takes damage from you. Дополнительный урон получает после применения этого навыка. Вот я уже вижу момент ротации Sanctuary счет. Нужно применять Back Blast. Потому что... Так, damage... Не, Brutal Shot надо применять после этого навыка. Потому что если после применения этого навыка, применяя этот, наносится дополнительный урон в размере 276-342 weapon damage. Вот так вот. Граната с шрабомб, ауешная, скажем так, наносит 3823 internal damage в течение 24 секунд 8 целям. Так вот, вот так вот. Вы бегаете, стреляете, убегаете и так далее. Это такой харасер, можно сказать. Бегает там, портит жизнь людям, сам спасается бегством, подлечивается, возвращается в бой. Вот так вот. С помощью этой гранаты можно, в принципе, даже мешать захватывать базу противнику, просто бегать вокруг, не давать себя убить и бросать вот эту вот греночку, когда они пытаются захватить какую-нибудь базу. Применяется мгновенно, отката даже нету. Так, только затрат энергии десяточку забирает. Вот так вот. В принципе, ДДшник из него не очень, конечно же, он с одним пистолетом бегает. Другой класс, сейчас скажу какой. А, тут уже не увидишь, да? Я не помню, какой там, помимо Скандрелла, еще есть класс, тот с двумя пистолетами. Там можно сделать такой пистолетного снайпера, аналог снайпера, не оперативника, снайпера, агента, да? Вот там вот дамаг уже конкретно. Если вам нужен дамаг, я советую вам выбрать то. Но меня просили записать про дамагера Скандрелла, и я записал. Все, вот как-то так. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео, хотя я плохо играл первый раз за этот класс. Позже я запишу про него еще видео, после того, как немного побегаю, привыкну на PvP. Вот как-то так. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока.